Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. І, по-перше, я хочу привітати усіх вас, любі друзі, з великим православним святом ведення в храм Пресвятої Богородиці. Хай Пресвята Богородиця допомагає нам, рятує нас і спасає нас. І головне, покриває нас своїм чесним омофором і зберігає від усякого лиха. І сьогодні у нас в студії дуже приємні люди. Добре знайомий вам Геннадій Ангелов, письменник, поет, прозаїк, лауреат міжнародних конкурсів. І письменниця Ірина Євтушенко. Друзья мои, здравствуйте. Я вас тоже поздравляю с этим замечательным праздником. Введение во храм Пресвятой Богородицы – это замечательный праздник, и он дорог тем, что маленькую Богородицу ввели во храм, и она начала свое служение уже будучи еще в трехлетнем возрасте. И этот праздник напоминает нам о том, что каждый из нас несет свое служение в этой жизни. Дорогие телезрители и наши гости сегодня, они тоже несут свое служение. Геннадий Ангелов – поэт, писатель, прозаик. И Ирина Евтушенко, она еще молодой писатель, вышла в свет недавно ее новая книга «Алмаз Элизабет». Это книга, которая написана в жанре детектива. И сейчас мы познакомимся поближе с нашими гостями. Геннадий, будьте добры. Давайте сначала об Ирине. Я знаю, что вы любите сюрпризы. И как-то жизнь, она вам благодарна за то, что вы любите сюрпризы, и постоянно дарит вам сюрпризы. И сюрприз сегодня для нас всех – это молодая писательница Ирина Евтушенко. Будьте добры. Ну, вы знаете, что наш город всегда славился и будет славиться творческими людьми. Да, это своего рода как кузня. Николаев, он всегда был и будет стоять не на последнем месте. Так получилось, что я познакомился с Ириной. Да, у нее была давняя мечта написать роман, художественный роман в жанре детектив. Да, в начале нашего знакомства я, в общем-то, скептически отнесся к этому, ко всему. Так, вы посмотрели на Ирину. Да, я посмотрел на Ирину. Такая хрупкая, да. Такая изысканная, и вдруг жанр детектива. Да. Я посмотрел, Ирина показала мне свой материал, который у нее был. Да, я посмотрел все. И, в общем-то, увидел в этом человеке громадный творческий потенциал. Приятно, да, слышать. Приятно. Мне захотелось все-таки помочь ей, принять в этом участие. И я отложил все свои дела и занялся тем, что помогал ей писать роман. Да, в результате получился вот этот вот роман, которая называется «Алмаз Элизабет». Книга вышла в издательстве Санкт-Петербурга. Да, вышла она буквально несколько месяцев назад. То есть можно сказать, что наши телезрители одни из первых, кто видят, да, этот роман. В Николаеве, да, это одни из первых видят. Книга, значит, получила самую высокую оценку у критиков, у читателей. Книга, в общем-то, в какой-то мере, несмотря на то, что это первая книга автора, получилась очень интересной и увлекательной. Ну, мне кажется, лучше о ней расскажет сам автор, это Ирина. Ирина, судя по дизайну книги, она выполнена в таком максимализме, но одновременно с этим говорит о очень тонком и изысканном вкусе писательница, автора этой книги. Будьте добры, что вам свойственно, что подтолкнуло вас к написанию детектива? Почему именно детектив? Почему не драма? Почему не любовные переживания, что обычно так волнует женщин? А детектив – это достаточно жесткий жанр.
Ну, он достаточно, безусловно, такой специфический в какой-то степени, потому что это свойственно, наверное, больше складу мужского характера, скажем так, правильно? Когда больше мужчины обращаются к такому жанру написания. Хотя есть у нас прекрасные женщины-писательницы, это и Маринина, и Устинова, которые пишут именно в таком жанре детективном. Ну и, наверное, больше, потому что направление Геннадия. Геннадий сказал, чтобы я не сокращала свою читательскую аудиторию, не написала просто какую-то любовную драму, а все-таки написала детектив, который и интересно будет читать и мужчинам, потому что ну, мужчины в меньшей степени будут читать любовное какое-то приключение. Ну, этот роман основан на реальном событии. Это, нам всем это уже интересно. Да. Нам всем известно, Элизабет Тейлор продала на аукционе свой алмаз за 5 миллионов долларов, 246 карат. И ситуация и весь сюжет разворачивается таким образом, что семейная пара едет на отдых. Семейная пара, которая купила этот алмаз, или просто семейная пара едет на отдых на французскую ривьеру. Они едут отдыхать, это так распространено сейчас, да, в наше время, когда семья собирается куда-то едет. Да, это модно, поехать на французскую ривьеру отдохнуть, почему нет? В Египет куда-то едут отдыхать. Но все же едут отдыхать и никак не думают, что может вдруг что-то с ними случится. Но в это время как раз есть бандитская группировка, которая хочет украсть этот алмаз, который находится у магната Стоуна, в реально существующего в жизни человека, который купил этот алмаз и подарил своей жене. И вот закручивается полностью вот это событие. А представляете, Ирина, ваша книга, ваш детектив попадает на стол к этому Стоуну. Он читает и думает, опа. Это про меня? Ну, вы можете, в принципе, в этой жизни не бывает ничего невозможного. И жизнь – это самая лучшая книга, и самый интересный детектив, и роман. Представляете? И? Ну, не знаю. Он вам не скажет. Скажи спасибо, вы мне предупредили. Я теперь буду его теперь прятать. Он будет беречь жену? За семью замками. Я его обязательно застрахую. И если вдруг его украдут... А вообще все богатые люди страхуют свои драгоценности. Это, как говорится, всем известный факт. И если, не дай бог, происходит какая-то кража, то страховые компании выплачивают им колоссальные суммы. Так что тут еще большой вопрос. Кто в этой ситуации выиграет, а кто проиграет. Но я надеюсь, что ни у кого ничего не пропадет, безусловно. Ну, будем надеяться. Но на всякий случай, господа, пожалуйста, если у вас есть драгоценности, застрахуйте их на всякий случай. Да. Ирина, итак, это ваш первый детектив, книга уже вышла, и будьте добры, вы когда-то раньше писали книги, потому что, или это ваша первая серьезная работа? Это моя первая серьезная работа, почему? Потому что я, наверное, как большинство людей, боюсь или боялась мечтать. То есть не сколько боялась мечтать, сколько ты мечтаешь, но ты боишься эту мечту осуществить. Тебе кажется, что это никогда не произойдет. Почему я и хочу сказать всем, не бойтесь мечтать, мечтайте, мечтайте, мечтайте о таком, что вам кажется, этого не случится никогда. А вы мечтаете, а это случается. Я закончила институт культуры, режиссерское отделение, факультет. И были 90-е годы. Когда, к сожалению, мечте снимать что-то, писать сценарии, ставить какие-то постановки, спектакли, работать в театре, это было нереально, потому что наступил век перестройки. И все ринулись в предпринимательство, потому что надо было выживать. У нас и сейчас непростое время, как бы для многих людей, это правда. И я эту свою мечту отставила. Отставила и просто тихенько себе мечтала о том, что, возможно, когда-то я вернусь в творчество. И благодаря своей подруге, которая знала о моей мечте, Светлана, она меня познакомила с Геннадием. И он мне подставил дружественное плечо. Он мне сказал, иди, у тебя получится, ты должна это сделать, у тебя все выйдет. И вот благодаря тому, что Геннадий выступил куратором моим, учителем, я эту мечту воплотила в жизнь, правда. Геннадий, когда впервые вы увидели рукопись Ирины,
Вы ее прочли, у вас уже за плечами и детективы, вы и поэт, вы состоявшийся уже писатель. И когда вы впервые увидели рукопись, вы прочли ее, ваше первое впечатление? Ну, первые впечатления, конечно, были, честно говоря, не очень. Да, но все-таки человек никогда не сталкивался с литературой, не работал, не занимался этим, да. Но все-таки, вы знаете, когда есть у человека огромное желание чего-то добиться, огромное желание есть преодолеть какую-то вершину, подойти к ней, прийти, зайти на нее. И если над этим работать, то можно всего добиться. А главное, если есть талант, да? Есть талант, да, безусловно. У Ирины это хороший потенциал, хороший талант, действительно, в прямом смысле этого слова, да. И я надеюсь, что со временем она, в общем-то, как житель нашего города, в очередной раз докажет, и докажет не только Николаеву, но и всей Украине, что она действительно заслуживает высшей ступени в литературе. Это действительно случится, я уверен в этом. Ну, мы берем даже круче, мы берем не только Украину, потому что мы же уже определили, конечно, в начале программы, что эта книга попадает на стол герою, реальному герою, да, который описан в этой книге. Поэтому я думаю, что и мир узнает это имя. Но первыми, друзья мои, первыми имя нашей героини, писательницы Ирины Евтушенко, узнали вы. Именно вы, дорогие наши телезрители. Геннадий, я хочу вас спросить, как профессионала, как автора детективных романов. Когда женщина берется писать детектив, вы понимаете, женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. И женщина не может свои преодолеть какие-то свои определенные женские черты. И все равно даже детектив, он окрашен немножечко таким женским ароматом. Но чтобы детектив не получился, чтобы детектив интересно было читать не только женщине, но и мужчине. Вам, как мужчине, вот отставим сейчас ваши профессиональные качества, а возьмем, вот вы как автор, мужчина, вы берете в руки книгу, вы мужчина, вы читаете Ирина Евтушенко, «Алмаз Элизабет», вы понимаете, что это детектив, открываете его, и так, знаете, как бывает, и так, ага, да нет, ну это женщина написана, да, ну. Ну, вы знаете... Как вот для мужчин интересно? Вы знаете... Вы можете порекомендовать нашим телезрителям, мужчинам? Да, я могу не только мужчинам порекомендовать, я могу порекомендовать и студентам, и учащимся. Дело в том, что книга написана хорошим литературным языком, в ней много интересных сюжетов, и скучать не придется, да, за чтением этой книги. Сказать, вы знаете, открыть книгу и не знать, что ее написала женщина, в общем-то, сложно сказать. То есть, ну, книга действительно интересная, да. Ну, о книге лучше всего говорить, это когда? Это когда ее открываешь и читаешь. Да, совершенно верно. Да, это лучше всего. Поэтому я советую почитать. Книга есть в электронном формате, она есть во всех библиотеках известных у нас, на Украине, в России, везде, в общем-то, да, она есть. Поэтому, если желание, ее всегда можно найти и прочитать. И главное, да, провести время за интересным, не просто впустую убивать время, а провести время за интересным чтением и для себя сделать определенные выводы. Конечно. Не только если ты богатый человек, что нужно свои драгоценности страховать, но еще что несет, что полезного несет книга Ирины Евтушенко? Там о любви, о преданности, о верности. Там о том, как, если это семейная пара, как важно поддерживать друг друга. О том, да, там вот есть, да, у меня два главных героя, это Ольга и Сергей, это муж с женой, которые же приехали отдыхать. До какой степени вот важно оставаться друг с другом, подставлять плечо. Ну, там такие и любовные перипетии, там и погони, там и убийства. Ну, очень интересно будет в любом случае прочитать эту книгу. Вечные ценности, да, они сохранены и на страницах, да, вашего романа. И наказание. И наказание за что то, зло, что... Зло неизбежно, да, наказуемо. Да. Что все-таки надо жить по Божьим законам, а не воровать, убивать, предавать. Потому что это все равно рано или поздно будет наказано.
Вот это очень важно, чтобы люди боялись жить не по Божьим законам. Или хотя бы остерегались. Если не боялись, то хотя бы остерегались. Да. Геннадий, мы с вами виделись последний раз. Вы были у нас в гостях в августе. Да. У вас тогда была не совсем приятная ситуация в личном плане, но это и подтолкнуло, что для творческого человека, даже любую неприятность или какую-либо скорбь он может обратить в творчество. Конечно, конечно. И я надеюсь, что ваши личные неприятности, они с Божьей помощью разрешаются. Да. И я думаю, мне что-то подсказывает, Геннадий, что этот период, кроме того, что вы разрешали свои личные проблемы, вы еще и творили. И у вас есть, что сегодня рассказать нашим телезрителям. И более того, телезрители, есть что почитать. Правда, Геннадий? Да, безусловно, да. За это время, в общем-то, я вообще не привык тратить время впустую, независимо от каких-либо обстоятельств. Я всегда занимаюсь творчеством. Это для меня уже давным-давно стало смыслом жизни. Поэтому, естественно, что какие бы ни были проблемы, какие бы ни были негоразды, как говорят, то все равно нельзя никогда отказываться от того, к чему у тебя призвание, к чему у тебя талант. Поэтому я с удовольствием брал ручку и писал. Да, и вот получились замечательные стихи. Я хочу познакомить их читателей со своими новыми стихами. Конечно, я думаю, что это будет очень естественно. Пожалуйста, будьте добры. «И нарушая тишину едва заметными словами, за все, что было между нами, тебе я с нежностью верну. И утро с именем твоим украсит новый день цветами, ворвется словно херувим с хрустально ясными глазами. И прошепчу в который раз слова молитвы и признаюсь: спасибо, жизнь, за то, что нас связала крепкими цепями». Это ваше стихотворение, да. Это ваше стихотворение, написанное именно в период такого личного раздрайва, можно сказать. Да, да? Можно это сказать, да. Ну, видите, стремление человека к свету, оно неистребимо никогда, дорогие телезрители. И иногда наши неприятности рождают в нашей душе настоящие шедевры. Я могу продолжить, если продолжайте. Можно. Когда у любви исполосаны вены и кровью залит нижний ящик стола, когда не хватает дыхания и стены плывут пред глазами, как воск и смола, когда золотистая кромка печали уже не имеет весомых границ и стержень внутри закипающей стали уже охладел к восприятию лиц, тогда на обрыве у самого края, прощаясь навеки с земной красотой, душа на мгновение потянется к краю, а после погибнет в пучине морской. Погибнет в пучине морской, вы имеете в виду, погибнет в любви? Да, конечно, конечно. Она будет купаться в любви, вот эта душа. Потому что если она тянется к свету, то, естественно, она будет только приближаться к этому свету ближе и ближе. Поэтому... Геннадий, каждый человек, каждый поэт, писатель, композитор, художник, любой творческий человек, дирижер, ну кто бы ни был, в своем творчестве оставляет немножечко себя. Конечно. Мы знаем, что есть творчество людей очень одаренных, но оно, на нем есть отпечаток, понимаете, такого... давлеет вот злого рока, и это есть творчество, оно как-то вот соприкасаешься с ним, оно прекрасно, но как-то вот послушал или посмотрел, прочел, и больше не хочется к этому возвращаться. Как вы полагаете, ваши стихи, вот спустя какое-то время вы их снова почитаете, вам лично они будут, здесь отражены переживания и стремления к любви, но спустя годы, они ведь не утратят своей актуальности? Конечно, лично даже для вас? Конечно, не утратят. Вот я могу прочитать стихотворение, которое было написано очень-очень давно. Может быть, даже примерно около 10 лет назад. И мне кажется, что и на сегодняшний день это стихотворение не утратит своей актуальности как для меня, так и для читателя.
Прочтите, пожалуйста, да. Подтверждение. Подтверждение, конечно. Когда наступит ночь и яркое освещение далеких звезд на землю упадет, благослови Господь души моей горение, дай чувством и мысли ввысь движение и полет к единственной, любимой и желанной, дорогу сердцу в звездной дымке проложи. Через года, пространство, расстояние, через туманы, ветры и дожди, чтобы в облаках не заблудился, не сбросил ветер в океан, дожди в дороге допьяно напился и не разбил мечты об скалы ураган. Храни любовь в страданиях и разлуке, пусть не коснется ее горе и беда. При каждом вздохе и сердечном стуке пусть ярче в небе светится звезда. Когда наступит ночь и яркое освещение далеких звезд на землю упадет, благослови Господь души моей терпение, дай чувствам крылья, если она ждет. Замечательно. Да, правда? Мне кажется, красиво, что очень. Несмотря на то, что это стихотворение было написано несколько лет назад, но тем не менее, красиво. Это говорит телезрители о том, что любовь, она вечна. Она вечна. Да. Вечна. Судьба поэта – жить и петь, дни коротая за бумагой, а после мирно умереть, напившись вдоволь сладкой браги, не зная славы и любви, терзая душу ежедневно, быть перепачканным в крови, тревожа острым словом нервы. Судьба поэта, как у всех, порой печальна и смиренна. Жаль, у одних рождает смех и кажется обыкновенной. Вот такие замечательные стихи, Геннадий, и вы человек не два в одном, а много в одном, потому что вы еще и работаете над романом. Но я думаю, что когда этот роман будет готов, то вы снова придете к нам в студию и расскажете о нем. У нас еще есть немного времени, и если вернуться к нашей гости, которая сегодня впервые у нас в эфире, Ирина Евтушенко. Ирина, ваш первый детектив увидел, слава богу, свет. Его могут читать уже читатели. Профессионалы дают свою положительную оценку, написаны рецензии. Казалось бы, книга написана, но не положена на полку. Правда? Да. Невозможно положить на полку творчество? Нет. Я пишу второй. Вы пишете продолжение или вы пишете совершенно новый, не похожий на этот «Алмаз Элизабет» роман? Ну, этот второй роман, он в стиле авантюрно-приключенческом, правильно я говорю? Да, правильно. Это о черных археологах, о том, что разрываются курганы, о том, что уничтожается наша история за счет того, что находятся золотые изделия, клады, и это все оседает в частных коллекционерах, в ихних, как говорится, коллекциях. Об этом роман. Там будет очень много любви, там тоже будет предательство, там будут погони, но это не детектив. То есть там не будет человека, который будет раскрывать это преступление. Это будет просто вот отдельно взятая история, приключение. Это основано тоже на реальных событиях. О том, что во время Великой Отечественной войны был Керченский музей, который хранил в себе около 75 изделий золотых. И когда вторглись фашистские войска, это золото надо было спасать, потому что его бы просто-напросто забрали, и наша была как бы история, наша как это сказать, страна, да, она бы не имела бы вот такой бы даже истории, потому что это все бы осело бы непонятно где. В общем, это было спрятано, и вот завязаны приключения именно на этом вот поиске этого золота. Это очень здорово. К сожалению, время нашего эфира уже очень быстро пролетело. Мы даже не успели сказать, что вот в этом журнале выходит, Кульбаба, да, вышла Кульбаба, статья, который, да, о нашей сегодняшней гости, героине, да, Ирине, да, Евтушенко. Друзья мои, если увидите, можно посмотрите привести этот, да, журнал и прочтете, и познакомитесь более, еще более ближе. А сегодня, дорогие телезрители, у нас в гостях были Геннадий Ангелов, писатель, поэт, прозаик, лауреат международных конкурсов и молодой
писатель, писательница, автор детективного жанра Ирина Евтушенко. Я надеюсь, что у наших гостей много и много впереди хороших и добрых произведений, с которыми они обязательно с вами поделятся. Друзья мои, спасибо, что были с нами. Спасибо, да. Друзья, спасибо вам, что вы были с нами и пам'ятаєте, що любов, вона вічна. Це була розмова на тему. На все добре.